Питер Брегель, великий нидерландский художник XVI века, представитель целой династии. Были и другие художники Брегели. Великим и главным стал, являлся и остался Питер. Он же основатель династии. Его старшего сына также звали Питером, поэтому их именовали старшим и младшим. Эти уточнения относились к степени родства, но в какой-то момент появилась потребность в уточняющем определении манеры и стиля каждого из них, и тогда Питер Брюгель-старший из-за персонажей своих работ получил прозвище Мужицкий, а его старший сын по тем же соображениям Адский. Младшего Яна Брегеля прозвали Бархатным. Итак, говоря далее, Брегель, мы будем иметь в виду именно Питера Старшего. Других же будем называть по именам. Подтвержденные биографические данные о художнике невелики. Принято считать годом рождения Брегеля 1525 год, но ряд исследователей время его рождения обозначает как 1525-1530 года. В 1545 жил в Антверпене, учился у Питера Кука ван Альста. Работал над ретабло, большим алтарем сложной формы и композиции для гильдии печатников в городе Менкель в 1550 году. В 1551 году был принят в качестве мастера в Антверпенскую гильдию Святого Луки. В 1552 отправился в Италию через Южную Францию и вернулся через Швейцарские Альпы. В 1556 работал для мастерской Иеронима Кока. В 1562, возможно, состоялась поездка в Амстердам. Женился на дочери своего учителя Питера Кука в 1563 и переехал в Брюссель, где жил с женой и тещей, известной художницей-миниатюристкой Марией Верхюст, вдовой его учителя. В 1564 родился первый сын Питер. В 1568 родился второй сын Ян, прозванный старшим, поскольку у него тоже впоследствии появился сын Ян, Ян Брегель-младший. Смерть Питера Старшего настигла в 1569 году. В свое время мастер был чрезвычайно популярен, что доказывается огромным количеством копий и реплик с его произведений, создававшихся во всех видах техники – живописи, рисунки, гравюры. Ранние и сохранившиеся произведения Брегеля – это рисунки и афорты, среди которых много пейзажей – около 50. Часть из них связана с его путешествием в Италию, а другая часть – альпийские. Скорее всего, уже с возвращением из Италии. Известно, что художник ехал в Швейцарию через Альпы. Работы 1553-1554 годов кажутся в большей степени зарисовками с натуры, тогда как созданные по памяти в следующие года более напоминают ландшафтные, ностальгические фантазии, отражающие романтическое восприятие художником некогда виденных им красот природы. В этих рисунках уже проявляется манера Брегеля, но они, очевидно, отличаются от более поздних работ, в которых он уже предстает действительно великим мастером. Вернувшись на родину, Брегель создал несколько картин, в которых имеется определенный сюжет с персонажами. Но особенность этих полотен такова, что они в первую очередь воспринимаются как пейзаж. Так, увидеть природу, наполнить приятную схему панорамного ландшафта реальными впечатлениями было новым явлением в нидерландском искусстве. Все развитие голландского пейзажа во второй половине XVI века шло под сильнейшим влиянием творчества Брегеля. Несколько ранних работ мастера несут на себе отчетливую печать единства стиля. Особенно это чувствуется, если поставить рядом речной пейзаж с сеятелем и две другие, датируемые этим же годом, бегство в Египет и пейзаж с искушением святого Антония. И
Их близость сказывается, во-первых, в трактовке персонажей. Все они кажутся второстепенными в сравнении с пейзажем, который является главным героем произведения. Во-вторых, композиции «Земля» и «Водная стихия» разделены по диагонали. В-третьих, в колорите в каждом полотне довольно сумрачный первый план. Это та реальность, в которой мы пребываем. И все более и более светлее на горизонте даже лучезарные дали, куда стремится наше воображение, влечет мечта. Повседневная жизнь печальна, трагична и мрачна, а мечты светлы. Но пейзаж с искушением святого Антония интересен не только изображением природы. Молодого Брейгеля занимал сам сюжет искушения подвижника. За годы написания картины мастер создал рисунок на эту тему, по которому была напечатана гравюра. Антоний Отшельник в своем затворничестве боролся с греховными видениями. В аллегорическом смысле такие видения – воплощение скорби человеческих, что подтверждается надписью на гравюре, являющейся цитатой из Псалма. «Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь». Эта ранняя картина Брейгеля уже дает представление о том направлении его мысли, которое впоследствии приведет к таким творениям, как «Падение ангелов», «Безумная Грета» и «Триумф смерти». Один из лучших ранних пейзажей Брейгеля – «Сражение в заливе Неаполя». Произведение написано по воспоминаниям художника о своем путешествии в Италию. В этой образовательной поездке он делал много зарисовок полюбившихся ему видов, которые позже послужили живописцу при написании картин. Но воспоминания есть воспоминания, потому здесь ощущается преобладание разума над чувством. Примечательно ставится под сомнение даже то, что это гавань именно Неаполя, так как имеется близкое по композиции и общему духу полотно гравюра, изображающая морской бой, но при взятии Мессин. В творческом наследии Брейгеля известна только одна картина на античный сюжет. Это пейзаж с падением Икара. Но мифологическая работа интересна не столько сюжетом, сколько изображенной в ней природой. История Икара излагается Овидием в метаморфозах. Ренессансные моралисты использовали эту тему, чтобы объяснить людям, как опасны крайности и хороша добродетель умеренности. Но для других она символизировала пытливый интеллект человека. Брейгель, верный своему принципу вуалировать главных участников рассказа, показывает Икара уже тонущего в море. Видны лишь его ноги, торчащие из воды. Других героев, пастуха, пахаря и рыбака, автор изобразил не по своей прихоти, а следуя Овидию. У поэта они остолбенели, увидев проносящихся вольно по небу Дедала и Икара, приняв их за неземных богов. Но у Брейгеля никто, даже рыбак, ближе всего находящийся к тонущему Икару, не обращает внимания на столь экстраординарное событие, как падение человека с неба в море. Интересно также, что персонажи античного сюжета запечатлены в одежде XVI века. Такой прием будет неоднократно использоваться в работах мастера. Особенно замечателен в картине пейзаж. Для обозрения столь далекой перспективы художник выбирает очень высокую точку осмотра. Выше самой высокой точки местности голос автора звучит за кадром, а его всевидящее око оказывается на одной оси с заходящим на морском горизонте солнцем. Солнце, его блеск и отражение в просторах моря. Вот, пожалуй, главный герой произведения. Первый беглый, самый общий и поверхностный взгляд на творчество Брейгеля наводит на мысль о его сходстве с творчеством Босха. Конечно, в определенном смысле это очевидно, но
в искусстве Брейгеля заключено и нечто такое, чего у Босха нет или что присутствует на периферии его интересов. Фантасмагорический мир Босха порожден фантазией художника, тогда как мир Брейгеля – это реальная жизнь, со всеми ее, и это в первую очередь, бытовыми сторонами. XVI век принес в живопись сюжеты и темы, дотоле неизвестные и попросту невозможные. Вся бытовая сторона жизни, со всей ее шокирующей неприглядностью, оказалась допущенной в искусство. И кажется, что Брейгель с головой погрузился в художественное исследование плодов жизнедеятельности человека. Известно несколько работ мастера на тему нидерландских пословиц. Кроме нидерландских пословиц, главная картина на этот сюжет – 12 пословиц и цикл гравюр 12 фламандских пословиц по рисункам художника. В сущности, идея нидерландских пословиц довольно умозрительна – дать визуальные образы абстрактных понятий. Понятия эти – расширенная и детализированная версия перечня пороков и прегрешений. Новаторство автора проявилось в том, что в одном из произведений собрано очень большое количество пословиц, которые начинают жить жизнью людей. Работа «Нидерландские пословицы» интересна и значительна как своеобразная визуализация сильно разветвленной системы идей и символов, потому осознание ее значения невозможно без полного понимания всех воплощенных в ней пословиц. Если посмотреть внимательнее, то можно заметить, что вся суетливая деятельность в картине какая-то абсурдная. Ключом к уразумлению идеи произведения является держава. Но изображена она крестом вниз, то есть вверх ногами. Если в такой позиции присмотреться к сценам на полотне, то будет понятно, что весь мир Брейгель показывает именно так, вверх тормашками, а попросту говоря, как одну большую глупость. И невозможно не вспомнить в этой связи похвалу глупости Эразма Роттердамского, разительную сатиру, появившуюся в 1508-м. «Глупость есть поступок, совершаемый вопреки мудрости», сформулированная в этих пословицах. Установлено, что на картине изображено 118 сцен, иллюстрирующих такое же число пословиц. Брейгель долго задумывал и готовил создание большого произведения на тему нидерландских пословиц. В результате мы имеем не только основную, хранящуюся в Берлине картину, но и 12 пословиц и цикл 12 фламандских пословиц. Вот пословицы, проиллюстрированные в сюжете полотна. Музыка богача приятна, даже если он играет на челюсти животного. Лучник расточает свои стрелы. Если двое слепых ведут друг друга, они попадут в ров. Эгоист греется около горящего дома. Некоторые из них восходят к евангельским текстам, например, пословица о слепых, на которую художник позже напишет отдельную картину. К вершинам достижения Брейгеля-живописца и Брейгеля-мыслителя относится работа «Битва поста и масленицы». В определенном смысле ее можно поставить с нидерландскими пословицами и написанными годом позже детскими играми. В этих картинах все внимание художника сосредоточено на морально-этических аспектах бытия. Сюжетную основу полотна составляет издавна известное нидерландцам противопоставление «Битва поста и масленицы». Здесь изображены фигуры, персонифицирующие благочестие, умеренность, воздержанность и даже аскетизм. Все, что связано с представлением о посте, а также персонажи, олицетворяющие пороки, чревоугодие, распущенность, ассоциирующиеся с масленицей. В связи с авторской трактовкой этой темы высказывалось мнение, что картина отражает противостояние католицизма, пост, и протестантизма, масленицы.
В таком случае можно было бы ожидать, что художник продемонстрирует свою позицию относительно различий между двумя конфессиями. Между тем Брейгель стоит как бы над битвой. Он с одинаковым сарказмом изображает и тех, и других участников сражения. В центре, на переднем плане, видны две главные фигуры. Одна – толстый король карнавала, восседающий на бочке. Его оружием в турнире является длинный шампур с насаженным на него жареным поросенком. Это, конечно, масленица. Ее сопровождает забавный оркестр с псевдомузыкальными инструментами, всевозможными погремушками. Масленице и ее свите противостоит пост. Унылая, изможденная женщина, сидящая на деревянном стуле, установленном на платформу, которую из последних сил тянут две монахини. На голове у поста улей. Копьем служит деревянная лопата с длинной рукояткой. На лопате лежат две тощие рыбешки, разрешенная в пост пища. В центре картины и городской площади, где разворачивается действие, постоянный персонаж ярмарок – Шут, в пестрой одежде. У него в руках горящий факел, хотя, судя по освещению, сражение происходит днем. Это указание на мир вверх тормашками. Шут, кроме того, намек на древнегреческого философа Диогена, которого было принято изображать идущим днем среди толпы с горящим светильником в руке. На вопрос, зачем он так поступает, реально Диоген отвечал: «Ищу человека». Шут этот, традиционный дурацкий персонаж, в этой дурацкой битве задает свой дурацкий вопрос. Где же человек, на который нет умного ответа? Еще одна работа, отражающая жизнь голландцев 16-го столетия – детские игры. Судя по всему, в этот период Брейгель был захвачен идеей создания обобщенных образов нидерландской жизни. И если в пословицах отражено 118 сентенций, следовательно, столько же сцен, то игры поражают гораздо большим масштабом. Здесь более 250 фигур. Мы можем наблюдать хождение на ходулях, упражнения на бревне, игры с обручем, борьбу пар и множество других забав, не все из которых сейчас понятны. Предметы, служащие детям для этих игр, обычные вещи домашнего обихода. Картину очень интересно рассматривать максимально внимательно и детально, сцену за сценой. Другого подобного путеводителя по детским играм 16 века искусство не знает.
Брейгель создавал много рисунков, чтобы после делать по ним гравюры или печатать их. Иными словами, он рассчитывал на широкое тиражирование своих произведений. Эта часть творческого наследия художника, обычно остающаяся в тени, представляет огромный интерес. Мастер создавал целые циклы гравюр. Появление нескольких из них связано с Иеронимусом Коком, основавшим в Антверпене в 1548 гравюрную мастерскую, продукция которой быстро стала популярной. Многие художники, в том числе Брейгель, делали для него рисунки, по которым он затем печатал гравюры. Кок оказался талантливым организатором и имел штат граверов. Во всех случаях он выступал заказчиком, печатником и торговцем, но граверы были разные. В частности, цикл Брейгеля «Семь пороков» гравировал Питер ван дер Хейден, цикл «Семь добродетелей» Филипс Галле, а серию «Морские корабли» Франц Хёйс. В центре композиции «Лень» из «Семи пороков» находится фигура спящей женщины – Лени. Подушку ей поддерживает черт, что иллюстрирует нидерландскую пословицу «Лень – подушка черта». Спящие лодыри, медленно ползущие животные, улитка на переднем плане – все это символы лени. Хотя известны попытки детально прокомментировать каждого персонажа и каждый предмет на рисунке, для некоторых из них еще не найдено удовлетворительного объяснения. Так не ясен образ истово бьющего в колокол монаха, как и назначение самих колоколов. Не исключено, что веревки от них тянутся к шестеренкам огромного часового механизма. Вместе все это было, по-видимому, курантами. Циферблат часов изображен в совершенно другом месте. Он оказался стороной фантастической дымящейся горы или вулкана. Странное время на нем показывает стрелка в виде человеческой руки. Вероятно, монах призывает очнуться от спячки и лени, поскольку даже часы замерли, уснули, при том, что в часовом механизме отчетливо различаемы разных размеров шестеренки и гири. Он не работает, иначе бы колокола раскачивались. Не исключено, что часы и звон – это намек на час возмездия, который обязательно наступит для лентяев. Цикл «Семь добродетелей» включает в себя три так называемые теологические добродетели – веру, надежду, любовь. И четыре главные добродетели – справедливость, благоразумие, храбрость и умеренность. Каждая из аллегорических фигур, символизирующих ту или иную добродетель, предстает в соответствующих ей действиях и с характерными для нее атрибутами. В сюжете «Умеренность» важное место занимают ноты и инструменты. Объясняется это тем, что музыка зиждется на физических законах пропорций, то есть меры, а умеренность, как добродетель, и есть способность все делать в меру. По этой же причине здесь такое множество измерительных инструментов. Брейгель обладал исключительными познаниями судостроений, что подтверждают созданные им изображения кораблей в живописи, и в еще большей степени во множестве гравюр, сделанных по его рисункам. Пример тому – цикл «Морские корабли». Хёзинга в своей классической книге «Осень средневековья» восклицает: «Нам необходимо было бы взглянуть на щедро украшенные корабли, о которых миниатюры дают лишь весьма неполное схематическое представление. Вымпелы, богато украшенные гербами, развивающиеся на верхушках мачт, иной раз были так длинны, что касались воды. Эти невероятно длинные и широкие вымпелы можно видеть на мачтах кораблей, изображенных Питером Брейгелем». Thank you.
Если циклы, пороки и добродетели дошли до нас в виде серии рисунков и также гравюр по ним, то сюжеты «Кухня тучных» и «Кухня тощих» известны только в гравюрных версиях, изготовленных в 1563-м Вандерхейденом. «Кухня тощих» изображает, как к трапезничающим беднякам случайно забрел тучный гость. Хозяева всеми силами стараются завлечь его к себе, чему тут всячески противиться, пытаясь вырваться за дверь. У работ этого цикла имеются подписи. Тощий говорит: «В кухне тощих тощая еда и множество забот о пище. Кухня тучных – вот место для меня. И с помощью хитрости я войду туда». Как обычно, сопоставляя противоположности тощих и тучных, сам художник не проявляет расположения ни к одной из сторон. Персонажи обоих кухонь действуют в равной степени отталкивающе. Совсем небольшая по размерам картина «Две обезьяны», подписанная и датирована Брейгелем, породила множество догадок относительно своего содержания и смысла. При полном отсутствии авторской программы и каких-либо его комментариев, все гипотезы, порой остроумные, остаются лишь гипотезами. На полотне изображены две обезьяны, прикованные цепями в оконном проеме крепости. У них очень грустный вид. Но не совершается ли здесь обычная ошибка? Природному облику животного искусственно навязывается человеческая сущность. Еще со времен Средневековья обезьяна считалась символом глупости. Кроме того, она символизировала такие человеческие пороки, как тщеславие, скупость. Что касается скупости, то в данном случае косвенный намек на нее – скорлупа от орехов. Зная пристрастие Брейгеля визуализировать народную мудрость, можно полагать, что этот намек на нидерландскую поговорку «судиться из-за фундука». В таком случае смысл картины таков. Обезьяны потеряли свободу, не поделив что-то пустяковое. Несчастье животных показано на фоне прекрасного ландшафта, вида прибрежной полосы города. Такое сочетание города и моря выглядит очень соблазнительно и обнажает ностальгические чувства автора. Может быть, разгадка картины заключается именно в том, что за город изображен. Оказывается, это Антверпен. Брейгель вынужден был покинуть его в 1563-м, и грустное полотно, написанное накануне этого отъезда, свидетельствует о душевном состоянии художника. В 1562 мастер создал три произведения, очень близкие по своему образному строю. Возможно, они и были задуманы им в виде цикла. Это «Падение ангелов», «Безумная Гретта» и «Триумф смерти». Две из них на христианские сюжеты. Ранняя церковь учила, что давным-давно в окружении Бога появился возгордившийся ангел, который был низвергнут в ад, превратившись в сатану. За ним из рая были изгнаны его последователи. Средневековое и раннее ренессансное искусство демонстрирует взбунтовавшихся ангелов, падающих с неба и в этом падении обретающих хвосты, когти и другие демонические черты. Вверху в небе обычно писали ангелов с копьями и Бога на троне. Брейгель изображает архангела Михаила в центре. Он изгоняет с небес недостойных, на его стороне ангелы в белых одеждах. Те же, что отпали от Бога, в падении своем превращаются во всевозможных уродливых тварей. И здесь фантазия художника не знает пределов. Царство сатаны – мрак. Брейгель не раз в графике и в живописи обращался к темам ада, чертовщины и бесовщины. Одно из свидетельств тому – картинная «Безумная Гретта». Ее сюжет имеет давнюю историю в Нидерландах, и полотно Брейгеля основано на народных сказаниях и преданиях. Имя Гретта во Фландрии было нарицательным,
и воплощала женскую воинственную жадность. Художник создает образ дикой, озлобленной женщины с фанатичным, куда-то устремленным взглядом, которая мчится вперед, не обращая внимания даже на развернутую пасть Левиафана. С мечом в руке героиня тащит с собой без разбора тарелки, горшки, кастрюли. Вид у Гретты необычный. Еще Карел ван Мандер, первый биограф Брейгеля, отмечал, что одета она очень странно, по-шотландски. Словом, все здесь одно сплошное безумие. Создается впечатление, что картина не просто фантастична, она сюрреалистична. Триумф смерти. Впечатляющее напоминание каждому о неотвратимости смерти. Во все времена человек задумывался над своей судьбой, неизбежным итогом жизни. Итальянский поэт Петрарка в своей поэме «Триумфы» описывает 6 аллегорических фигур, каждая следующая торжествует над предыдущей. Любовь, милосердие, смерть, слава, время и вечность. Таким образом, смерть по Петрарке – это не конец. Иначе мыслит Брейгель. У него она как раз конец, не оставляющий никаких надежд ни на славу, ни на время, ни на вечность. Смерть на картине предстает не в виде одной фигуры скелета с косой, но в виде множества скелетов, творящих свое страшное дело. Скелеты всего человечества бесчисленными способами вершат свой суд. И бессмысленно обнажать меч перед их лицом или спасаться от них под столом, играть в карты, игнорируя их, или распевать серенады. Смерти не избежит ни царь, ни раб, ни праведник, ни грешник. Армия скелетов выставила щиты в виде гробовых крышек с крестами. Толпы живых устремляются в устрашающие вида лаз, на поднятые крышки которого тоже крест. Но это не спасение. Огромный ящик, словно мышеловка, смерть. В живописном наследии Брейгеля библейские сюжеты занимают меньшее место, чем у других мастеров того времени. Однако, если в подсчете таких работ учесть рисунки, по которым напечатаны гравюры, то темы произведений окажется гораздо больше. Повествование о них можно вести как в соответствии с датами создания, так и в соответствии с последовательностью изображенных библейских событий. Более удобным кажется последний вариант. Ветхозаветный сюжет о Вавилонской башне занимал многих художников и до Брейгеля, но никому из них не удавалось создать ничего подобного по грандиозности впечатления полотну строительства Вавилонской башни. Традиционно башня, которая должна была стать высотой до небес, считается символом гордыни. Господь воспрепятствовал ее возведению, смешал языки строителей, чтобы те перестали понимать друг друга, и рассеял народы. Брейгель перенес Вавилонскую башню из библейских времен в свою эпоху и поставил ее в Антверпене. Грандиозен размах строительства. В отличие от старых изображений башни, где она предстает четырех- или шестиугольной, у мастера она показана винтообразной, с галереями, на которых кипит стройка. Словно с натуры художник рисует площадку на берегу реки и посетившего ее царя Немрода со своей свитой, все в одеждах XVI века. Брейгель точно передал смысл библейского рассказа. Господь не разрушил башню, а помешал завершению ее строительства. Так это и выглядит на картине.
На самых верхних ярусах уже не ведутся работы. Необычайно интересно рассматривать все детали картины. Строительные экраны и механизмы, эти свидетельства технических достижений эпохи, персонажей, занятых всевозможными работами. При этом создается впечатление, что людей здесь мало, а в их труде нет огня. И чем выше, тем больше овладевает неверие в успех. Чувство это столь же подлинно, сколь подлинна человеческая жизнь. В мельчайших деталях, как под микроскопом или в очень сильный бинокль, увиденное и запечатленное художником. Тончайшие детали в облике персонажей и всего антуража, которые можно разглядеть только на оригинале полотна, поражают тем, как автор воплотил в живописной технике и приемами, ассоциирующимися с тончайшей миниатюрой, этот монументальный по сути своей сюжет. И если ранние работы Брейгеля заставляют нас вспомнить искусство Босха, то эта картина наводит на сопоставление с другим предшественником художника. Альбрехтом Альдорфером и его произведением «Битва при Иссе». Какие же у этих мастеров были помимо их таланта орудия труда, кисти и краски, чтобы создавать такие картины? Еще одной работой на ветхозаветный сюжет стало полотно «Самоубийство Саула». Основанный на Библии рассказ о гордыне Саула разворачивается таким образом, что в драму буквально вовлекаются космические силы. Событие приобретает вселенский масштаб. Слева, на более близком плане, происходит основное действие. Царь Саул, повинен в грехе гордыни, не винявший Господу, должен умереть. Вместе со своим оруженосцем он кончает жизнь самоубийством. Оба бросаются на собственные мечи. Внизу же в ущелье происходит битва двух войск. В живописи Брейгеля нашел отражение взгляд на землю, даже не с высоты птичьего полета, а чуть ли не из космоса. Величайшим творением, подтверждающим рождение такой концепции, служит картина Альдорфера «Битва при Иссе». Как и Альдорфер, Брейгель для своего полотна выбирает очень высокую точку обозрения. Несмотря на небольшие размеры, работа выглядит необычайно грандиозно. Восхищение вызывает виртуозность исполнения, в частности филигранность письма. Выписаны мельчайшие детали вооружения и доспехов воинов, здания на дальнем горизонте. Поражает не только фантазия и мастерство художника, но и великолепное владение техническими средствами, с помощью которых он творил. Обращался Брейгель и к новозаветным сюжетам. Так несколько раз он писал картины на тему поклонения волхов. Первая работа из этого ряда создавалась между 1556 и 1562, но довольно плохо сохранилась. Вторая в 1564, третья более поздняя. Лондонская картина, на первый взгляд, кажется написанной в традиционной католической иконографии. Святое семейство в центре, младенец на руках Девы Марии, позади Иосиф,
волхвы преподносят свои дары. При всей традиционности иконографии это полотно не могло быть принято католиками. Если смириться с шаржированными образами второстепенных участников действия, еще можно. То образ Иосифа выглядел неприемлемо, совершенно не похоже, что он излучает набожность. Наоборот, святой явно демонстрирует полное равнодушие к происходящему. В этой трактовке канонического сюжета весь Брейгель. В 1566 Массер создал перепись Вифлееме. Для Брейгеля этот эпизод евангельской истории явился поводом показать произвол, который чинила в нидерландских деревнях испанская власть. Ее символом является герб Габсбургов, к роду которых относился правивший тогда в Нидерландах Филипп II испанский. Его герб автор и поместил на стене дома, под крышей которого идет перепись. Как обычно, художник перенес события полутора тысячелетней давности в обстановку своего времени и своей страны. Святое семейство растворилось среди толпы, явившейся на перепись. Все здесь изображает быт нидерландской деревни XVI века, и только две детали позволяют узнать в картине евангельский сюжет. Осел, на который метит Мария, и вол, животные, присутствовавшие при рождении Христа. Не будь они запечатлены, полотно Брейгеля можно было бы счесть просто жанровой сценой. Иосиф – второстепенная фигура евангельской истории. Показан со спины, причем так, что большая шляпа с широкими полями совершенно закрывает его лицо. Но чтобы у зрителя не оставалось никаких сомнений в том, что это именно Иосиф Плотник, муж Марии, художник дает ему в руки профессиональный инструмент – пилу, традиционный атрибут святого. Своей трактовкой этого сюжета Брейгель, как и в других случаях, как бы утверждает: Христос здесь, Он среди нас, но мы Его не видим, пока Он вне, а не внутри нас. Сотни, если не тысячи раз, сюжет избиения младенцев был темой картин старых европейских мастеров. Тем не менее, Брейгелю удалось по-своему интерпретировать эту историю в произведении «Избиение младенцев». Верно своим художественным принципам, он не стремится воссоздать историческую обстановку евангельского рассказа, а помещает действие в современную ему нидерландскую деревню. Более того, автор преднамеренно актуализирует свою интерпретацию этой драматической истории. Резню устраивают не воины Ирака, а вполне конкретные солдаты испанской армии, оккупировавшие Нидерланды. Как и в переписи в Вифлееме, Брейгель вводит в картину герб Габсбургов. Он изображен на груди всадника, прибывшего оповестить жителей об уготованной им участи. Герой картины Иоанн Креститель, проповедующий покаяние, как обычно у мастера, существует в современной автору эпохи. Тогда в Нидерландах можно было часто встретить проповедников, тайно учивших в среде сектантов. Одно из таких собраний запечатлено Брейгелем под видом проповеди Предтечи. Иоанн Креститель стоит на возвышении в окружении толпы слушателей. Восточный мотив прослеживается разве что в двух крупных фигурах на переднем плане, изображенных со спины, и они в типичных восточных одеждах. Эти безымянные люди привлекают большое внимание, чем даже Христос, которого при внимательном рассмотрении картины можно увидеть в толпе справа в светлых одеждах. Правая рука Иоанна поднята в благословляющем жесте, левая указывает на Христа. Thank you.
Картина восхождения на Голгофу насыщена множеством фигур. На первый взгляд все в ней выглядит сумбурно и беспорядочно. Персонажи представлены в одеждах XVI века. На дальнем плане виднеется панорама нидерландского города. Фигура Христа, упавшего под тяжестью креста, теряется где-то в гуще толпы. Люди заняты своими делами. Есть даже такие, которые флиртуют. Все пребывает в каком-то хаотичном движении. И только Дева Мария, поддерживая Иоанна Богослова вместе с Марией Магдалиной и другими женами вдалеке от сына, скорбит о нем. Вся процессия направляется туда, где толпа зевак образовала круг. Это и есть Голгофа. Два врытых в землю в середине этого круга креста ожидают приговоренных с Иисусом к распятию разбойников. Художник, как фотокорреспондент, запечатлел увлекательное для толпы зрелище. Трудно сказать, для кого Брейгель писал это полотно. Протестанты не принимают изображение Бога. Для католиков такая трактовка канонического сюжета неприемлема. Вывод один. Шедевр создан не для кого-то конкретно, но для всего человечества, как размышление о смысле страдания и искупления. В 1567 произведении «Обращение Савла» художник обратился к истории апостола Павла. В основе сюжета лежит новозаветный рассказ о Савле, противнике учения Христа, направлявшемся из Иерусалима в Дамаск, чтобы отыскать там христиан и привести их в столицу Иудеи. Далее в «Деяниях апостолов» повествуется, когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Саул, Саул, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Он в трепете и ужасе сказал: «Господи, что повелишь мне сделать?» И Господь сказал ему: «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Саул встал с земли и с открытыми глазами никого не видел. С этого момента он начал проповедовать учение Христа, став апостолом Павлом. Евангельский рассказ содержит ряд моментов, без отражения которых в живописи не обходится ни одно изображение этой истории. Так в Евангелии говорится, что осиял его свет с неба. И действительно, незадолго до Брейгеля знаменитую фреску на аналогичный сюжет написал Микеланджело. Мы видим яркий сноп света, исходящий от Христа в небе, и этот свет ослепляет Савла. Далее написано, что Савл упал на землю, и поскольку он был в пути, то предположительно упал с лошади. Иными словами, Микеланджело трактует сюжет традиционно. У Брейгеля тоже есть божественный свет, он льется с неба косыми лучами прямо на фигуру Савла, но невидим для посторонних. Для зрителей Брейгель обозначает яркий свет лишь намеком. Участники этой процессии реагируют только на следствие ослепления, падения Савла.
Поэтому их внимание к этому событию мимолетное. У человека споткнулась лошадь, он упал. Брейгель как бы говорит, таинство изображаемого акта понятно лишь посвященному. Герой рассказа Саул, как и в других библейских сюжетах Брейгеля, отнюдь не занимает доминирующего места в картине. Более того, его еще нужно отыскать в многофигурной композиции, как приходилось это делать со Святым Семейством в переписи в Вифлееме, или, если говорить о других сюжетах, с Икаром в падении Икара. Мы не можем сказать с уверенностью, какой веры придерживался Брейгель. Большинство библейских картин и тех произведений, которые могли бы указать на взгляды художника, не обнаруживают его конфессиональных убеждений. Однако полотно «Успение Богоматери» написано в традиции и иконографии католицизма, точнее, контрреформации, которая началась в 1560-м, незадолго до времени его создания. В работе представлен момент последних минут земной жизни Девы Марии. У ее смертного одра собрались рассеянные по миру апостолы. Любимый ученик Христа Иоанн Богослов, которому Спаситель перед смертью поручил заботиться о своей матери, сидит отдельно и спит. Церковное предание гласит, Господь послал к Деве Марии апостола Иоанна, и Дух Святой восхитил его из Эфеса, поставив рядом с тем местом, где возлежала Матерь Божья. После молитвы Пресвятая Дева воскурила фимиам, и Иоанн услышал голос с небес, заключавший ее молитву словом «Аминь». Дабы услышать этот голос, нужно было пребывать в определенном духовном состоянии, отрешившись от мира, как бы во сне. Именно так изобразил Иоанна Брейгель. Старые мастера нередко соединяли на картине разновременные сюжеты. В данном случае более раннее событие отделено от последующего пространством. В искусстве Северного Возрождения принято было изображать Богоматерь на кровати под балдахином, как это сделал Брейгель. Она еще жива, в руках у нее горящая свеча, свет которой является собой символ христианской веры. Женщины в этой сцене – это вдовы, подруги Девы Марии, которым она завещала свои одежды. Контрреформация учила, что Матерь Божья умерла без боли, в бессознательном состоянии, потому она изображена здесь не лежащей, что было бы логично для умирающей, а сидящей. В авторской трактовке этой сцены обращает на себя внимание то, как художник передал свечение лика Марии, световой эффект который впоследствии использует и усилит Рембрандт. Брейгель никогда не писал официальных портретов, заказы на которые для других художников были источником средств к существованию. Можно утверждать, что мастер вообще избегал работы этого жанра, хотя все его композиции буквально переполнены людьми. Это скорее типы, нежели индивидуальности. Однако работа «Старая крестьянка» и рисунок «Художник и знаток» – исключение в наследии Брейгеля. «Старая крестьянка» – не столько портрет, сколько определенный тип. Этюд – характерный типаж, делавшийся иногда по натурным впечатлениям для последующего использования в творчестве. То есть эта маленькая картина, безусловно, является этюдом, ну, какой-то большой работе. Художник и знаток. Один из загадочнейших рисунков Брейгеля, относительно которого распространено всеобщее заблуждение, поскольку на нем изображен живописец. Его издавна сочли автопортретом. Серьезные исследователи сходятся во мнении, что это собирательный образ художника. Тем не менее, за работой закрепилось также название «Автопортрет заказчиком». Изображенный живописец производит впечатление очень сильной натуры, причем именно художественной, артистической. Он всецело захвачен неким видящим
пока только ему образом, за ним человек, всматривающийся в его произведение, но сомневающийся в правильности своего восприятия. Удивительно, с психологической точки зрения передано Брейгелем это стремление и вместе с тем неспособность уразуметь суть творения гения. Тема времен года давняя и популярная в живописи, и Брейгель своей трактовкой ее внес огромный вклад в искусство. Он написал цикл «Времена года», состоящий из 6 картин. Такое число было оговорено, по-видимому, антверпенским купцом, заказавшим Брейгелю серию для украшения своего загородного дома. Сохранилось лишь 5 из 6 работ цикла. Остается спорным вопрос, с какой картины начинается цикл. Наиболее убедительный порядок таков: «Охотники на снегу», «Сумрачный день», «Сенокос», «Жатва», «Возвращение стада». Примечательно, что современники художника упоминали эти работы как 6 досок с 12 месяцами. На полотне «Сумрачный день» природа изображена такой, какова она в Нидерландах в январе-феврале. Снег уже растаял, но деревья стоят голые, земля и воды только пробуждаются к жизни. Персонажи здесь скорее не личности, а персонификации определенных дел, характерных для этого времени года. Художник запечатлел местность с высокой точки. Внизу мы видим деревню, церковь, слева трактир. Можно рассмотреть его вывеску со звездой. Вероятно, что он так и называется – «Звезда». У входа стоит музыкант. Справа на картине изображена группа мальчиков. У одного на голове бумажная корона – свидетельство гуляний на Рождество. Другой с удовольствием ест вафли. Угощение на празднествах – вплоть до Великого Поста. Двое срезают и собирают еловые ветки. Также занятия зимнего времени года в Нидерландах. Прутья нужны были для изготовления и плетения корзин. Все эти повседневные дела и развлечения происходят на фоне опасно разбушевавшегося моря. Здесь терпят крушение корабли. Этическая проблема, всегда занимавшая Брейгеля. Еще одна картина цикла – «Жатва». Одна из немногих кисти мастера, излучающая спокойствие и умиротворенность. Жаркий летний день, час полуденного отдыха. Основная группа работников отдыхает под деревом, ест и пьет. Один из поселян, расслабившись, заснул после, хотя и напряженного, но радостного труда. Скошенные злаки собраны в одинаковые копны, уже частично сложенные скирды. Вид поля и всей округи, и собранного урожая говорит о нерушимости традиции, порядке, основательности, благополучии. Полная идиллия. Сцену возвращения стада обычно связывают с ноябрем. Деревья стоят уже голые, но в общем колорите звучат желтые осенние цвета. Осень и весна наиболее переменчивы по погоде, а следовательно и по атмосфере, освещению и краскам.
Если жара в жатве установилась, кажется, надолго, то управиться со стадом нужно до надвигающегося ненастья. Это и передает художник. Левая сторона неба еще голубая, тогда как справа надвигаются по-зимнему черные тучи. В позах и движениях погонщиков угадывается их желание успеть укрыть стадо до непогоды. Все действуют быстро и решительно. Люди сильны и энергичны. На картине «Страна лентяев» изображена сказочная местность с молочными реками и кисельными берегами. Широко распространенный образ во многих сказках разных народов. Здесь не нужно ни сражаться, ни работать, зато можно без меры утолять свою страсть к еде. Брегер показывает, что не только необразованные простолюдины, но и более развитые натуры подвержены магии этого места. Объевшиеся и обессиленные обитатели страны лежат под деревом. Общество это примечательно своим составом. Благородный воин спит на подушке, ученый муж на расстеленной мантии, подбитой мехом, и крестьянин на цепи для молота зерна. Они будто устали после тяжелой работы, но на самом деле их сон – это итог трудов по поеданию всего того, что изображено на картине. Пища здесь повсюду, даже крыша таверны выложена лепешками. Похожая сцена уже встречалась в нидерландских пословицах. Она иллюстрация поговорки «Крыша крыта пирогами», что символизирует страну изобилия, рай лентяев. Не будь автором рисунка пчеловоды Брегель, истолковать его содержание было бы очень просто. Это обычная жанровая сцена, рассказывающая о работе пчеловодов на пасеке. Но зная о пристрастии художника любую сцену или действие наделять скрытым смыслом, можно ожидать, что и здесь заключено некое подспудное содержание. Однако никому, кто писал о Брегеле, не удалось убедительно раскрыть этот смысл. И возникает подозрение, что ничего особенного автор и не вкладывал в свое произведение. Необычность рисунка в том, что в нем даны портреты людей без лиц. Следует отметить черту стиля Брегеля, его пристрастие к обезличиванию своих персонажей. Очень многих из них он изображает со спины, и даже у Девы Марии в лондонском «Поклонении волхвов» один глаз закрыт накидкой. В определенном смысле параллелью этим безликим пчеловодам могут служить слепцы в работе. Художник проявил замечательное мастерство, характер персонажей ему удается передать лишь через их позы. Нельзя исключить того, что этот рисунок мог быть этюдом какой-нибудь картины цикла «Времена года». В 1568 написано полотно «Притча о слепых». Формально оно является иллюстрацией к евангельским словам «Оставьте их, они слепые вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Слепцами, претендующими к тому же на роль вождей, Христос назвал фарисеев. Перед нами процессия слепых нищих бродяг. Каждый держится за впереди идущего. Их судьба предрешена. Все они упадут, как уже упал их споткнувшийся о камни вожак. Буквально это жанровая сцена, аллегорический образец превратного мира. И вместе с тем, вероятно, аллюзия на религиозно-политические события того времени. Однако произведение Брегеля может и, вероятно, должно в первую очередь рассматриваться не как аллегория, а как совершенно обычная история, свидетелем которой может стать каждый. Во времена художника по дорогам Голландии ходило множество слепцов, и наблюдать их, обездоленных, беспомощных, нищих и жалких, было для всех совершенно обычным явлением.
Трагизм их бытия в том, что помощи им ждать неоткуда, хотя они бредут мимо деревни, мимо церкви. В том же 1568 году был создан разоритель гнезд. Казалось бы, это простая бытовая сценка. Между тем, ее смысл глубже, чем просто зарисовка двух мальчиков. Одного на дереве, разоряющего гнездо, другого, идущего прямо на зрителя, указывающего, причем с явным осуждением, на первого. Бытует мнение, что в этой картине Брегель дал визуальную трактовку старой нидерландской пословицы. «Тот, кто знает, где гнездо, обладает лишь знанием. Тот, кто похищает гнездо, обладает самим гнездом». На полотне, возможно, незримо присутствует сам художник, причем не только как ее автор за кадром, но и символическим образом. Слово «брюгел» означает «место, поросшее кустарником». И вот большую колючку мы видим справа на берегу ручья. Это можно было бы счесть простой деталью пейзажа, если бы нечто подобное не встречалось в других, полных символики работах мастера. Охотники на снегу, избиение младенцев, ловушка для птиц, ну и другие. Странное впечатление производит пейзаж с виселицей. На скалистом плато установлена виселица, и рядом же беззаботно танцует, не обращая на нее никакого внимания, крестьянин. Открывающийся с высокой местности вид на дали рисует вполне мирную идиллическую картину. Оттенки ранней осени указывают на то, что время сбора урожая прошло, и вроде бы можно поразвлечься, но рядом виселица. На ней сидит сорока, которая на первый взгляд является вполне обычной деталью. Но она, оказывается, имеет символическое значение. Существует легенда, что Брегель оставил эту картину, написанную незадолго до смерти жене, сказав якобы при этом, что сорока символизирует сплетников, которых он хотел бы видеть повешенными. Если есть объяснение сороки, то можно ожидать, что оно имеется и для поведения поселян. Искать его нужно среди нидерландских пословиц и поговорок. Танцевать под виселицей, например, значит не чувствовать опасности. Также голландцы говорят испражняться на виселицу, что и делает один из гуляк в левом нижнем углу. Не зря Брегель получил прозвище «мужицкий». На картине «Мизантроп» старик в черной монашеской рясе бредет по дороге. На его пути шипы. Оборванец в стеклянном шаре срезает у него кошелек. Красный, в форме сердца. Быть может, это намек на евангельские слова, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Внизу подпись: «Поскольку мир так несправедлив, я ношу траур». Остается неясным, кого в образе мрачного путника изобразил Брегель – неудачника, преследуемого несчастьями, или богача-скрягу. Фигура в стеклянном шаре с крестом уже встречалась в творчестве мастера. Смысл такого шара, символа космоса, менялся в зависимости от положения креста. В нидерландских пословицах стеклянная сфера фигурирует 4 раза, в том числе также, как здесь, с человеческой фигурой внутри.
Там это иллюстрирует пословицу «приходится кланяться, если желаешь преуспеть». Хочешь многого достичь, должен быть хитрым и неразборчивым в средствах. Подобное объяснение вполне подходит и для мизантропа. У Брейгеля не зря было прозвище «мужицкий». Он часто писал картины, изображающие жизнь простых людей. Вот и в 1568 мастер создал крестьянский танец и крестьянскую свадьбу. На первом полотне изображена веселая деревенская пирушка, улица, в конце ее церковь, слева таверна, в дверях которой стоит парочка. За столом, за спиной волынщика, назревает ссора между тремя слепцами. Что за праздник без драки? Некоторые детали имеют символическое значение. На дереве справа висит изображение Девы Марии, и вместе с видом церкви оно может указывать на то, что веселье пришлось на церковный праздник. В инструменте, на котором играет волынщик, часто видят фаллический символ, и, опираясь на такое толкование, приходят к выводу о греховности всей сцены. Но вообще-то более явно об этом говорит целующаяся парочка слева. Конечно, вся сцена выглядит несколько греховно, и тем не менее главное то, что картина очень полно передает веселье участников, и художник, имевший, кстати, обыкновение посещать подобные празднества, не скрывает своего удовольствия. Полотно «Крестьянский танец» было написано одновременно с «Крестьянской свадьбой» и имеет такой же размер. Возможно, оба они были задуманы как парные или как часть цикла картин, иллюстрирующих жизнь простого народа в то время. Во всяком случае, висящие рядом в Венском музее, они производят именно такое впечатление. В работе «Крестьянская свадьба» празднество происходит на ферме в амбаре. О том, что это брачный пир, мы догадываемся по брачному венцу над головой невесты. Но жениха нет, и где он, остается загадкой. Длинный стол накрыт не слишком богато, но именно так проходили праздники в крестьянской среде в Голландии XVI века. Из гостей выделяется пожилой господин на стуле со спинкой, тогда как все остальные гости сидят на простых длинных скамьях. Возможно, это нотариус, скрепивший своей подписью брачный союз. На переднем плане двое слуг разносят угощение обычным для того времени образом, на снятой с петель двери. Хотя их функция служебная, оба они выглядят самыми яркими персонажами на этой свадьбе. Произведение полно реалистических деталей, которые дают яркое представление о повседневной жизни того времени. Многие считают, что автор изобразил и себя, сидящим обособленно на заднем плане, на правом углу стола. Это весьма сомнительно. Облик бородатого мужчины никак не согласуется с портретом Брейгеля, который помещен в книге Ван Мандера. Существует гипотеза, что эта картина представляет собой вариант евангельского сюжета «Брак в Кане Галилейской». Однако долгая дискуссия по этому поводу не привела искусствоведов к единому мнению. Последняя большая работа Брейгеля «Калеки». Говоря о ней, нужно упомянуть рисунок «Калека и солдат» из серии «Этюд фигур», состоящий из 73 листов. Рисунки этой серии невольно напоминают подобные студии Босха. Но если типажи Босха заметно шаржированы, то образы Брейгеля в его серии кажутся чуть ли не сфотографированными с натуры. Это в полном смысле слова зарисовки на память. Он вспомнил о своем этюде, взявшись за коллег. Thank you.
Брейгель не раз изображал увечных. Высказывалось предположение, что интерес художника к ним побудили рисунки Босха. Однако калеки в XVI веке были столь обычным явлением, что вряд ли необходим был какой-то дополнительный стимул для того, чтобы начать присматриваться к ним и изображать их. На картине «Битва поста и масленицы» представлено много безногих, но никто из персонажей не обращает на них внимания. Интерес живописца к этим людям связан не только и не столько с их физическим увечьем, сколько с психологией их жизни и поведения, которая весьма отлична от психологии здорового человека. Примечательно еще одно обстоятельство. Калеки встречаются у Брейгеля только в картинах, условно говоря, реалистичного жанра. Их нет в его адских произведениях. Более того, они не являются предметом иронии и издевки автора и не фигурируют как персонажи пословиц. Лурская картина совсем небольшого размера, поэтому производит впечатление этюда. В наше время породило восприятие каждого творения старых мастеров исключительно с точки зрения заключенного в нем подтекста. Порой такой взгляд позволяет выявить глубоко скрытые содержательные обертоны картины. Но есть также множество произведений, лишенных подспудного смысла. И это небольшое полотно как раз из их числа. Брейгель здесь просто передал образ обездоленных и несчастных коллег в расчете на наше сочувствие. На протяжении всей жизни Питера Брейгеля Мужицкого интересовал простой человек, в жизни и судьбе которого художник находил драму. Эта драма – борьба добра и зла, светлого и темного начал жизни. Брейгель изображал ее в своих мыслимых, а порой и немыслимых аспектах, от комического и сатирического до трагического и даже апокалипсического. Усвоив в юности художественные достижения своего гениального предшественника Иеронима Босха, он в дальнейшем вышел на собственный путь развития, став фигурой совершенно уникальной в истории искусства, не только Нидерландов, но и мирового. При том, что мастер оказал сильное влияние на последующее развитие живописи, и его произведения существуют во множестве копий и реплик, он не создал своей школы. И дело, безусловно, в самобытности Брейгеля, такой, что подражание ему было бы равносильно эпигонству. Наследие художника породило множество толкований, интерпретаций его картин, но исследователи еще очень далеки от того, чтобы сказать себе: «Да, мы полностью постигли смысл творений этого мастера». В наше время искусство Питера Брейгеля актуально более чем когда-либо.